Всем привет, друзья! Вы на канале Experovid, меня зовут Виталий, и я продолжаю играть Identity 5. И сегодня, ребят, я взял на обзор персонажа, которого вы уже 100% играли, вора. Значит, вор – невероятно умный и ловкий выживший, раскроет любую тайну и починит все шифровальные машинки. Особые предметы – фонарь, позволяет ослепить убийцу после временного свечения на него. Адекватный запас хода увеличивает время использования фонарика на 100%. Ну, тут вы все прекрасно все знаете. Главное светить в лицо как можно дольше, пока не закончится линия, чтобы ослепить нашего убийцу. Так, его навыки. Первое. Гибкость тела позволяет увеличить скорость взаимодействия с окнами и досками на 15%. Ну, это плюс. Второе. Ему трудно отказаться от старых привычек взлома. Увеличивает вероятность возникновения калибровки машинки на 10%, но уменьшает зону успешной калибровки. Ну, тут, знаете, тут сделали так, как бы, вроде и плюс, да, и вроде минус. Такое немножко вот совмещение. И третье. Благодаря превосходным навыкам вора, любой выживший может открыть ящик на 100%. Если честно, третий пункт я немножко не понял, то есть... То ли когда вор есть в катке, все могут как-то открыть быстрее, что ли, ящик или что. Ну, просто на 100% это как? Мы все, когда подбегаем, открываем эти ящики, мы вроде как быстро, я не знаю. Подождите, может, ящики не сундуки? Ну, короче, ладно, ребят, с третьим пунктом немножко что-то непонятно так совсем. Ну, в ходу дела уже разберемся. Итак, ребят, мы появились на Красной Церкви и будем сейчас стараться здесь что-то сделать. Так, первый генератор, в принципе, вижу. Давайте тогда его и постараюсь починить. Кстати, ребят, вместе со мной играет один из моих подписчиков, как я понял, который ко мне пытался добавиться в то время, пока я вам объяснял за вора. Так, о, против нас Виолетта. Опасный тип, короче, с нами играет. Или я бы даже сказал барышня. Знаете, смотря кто управляет. Кстати, ребят, если кто не знает, как справляться с Виолеттой, то можете зайти в мою группу ВКонтакте, ссылка будет в описании. И там все написано, как с ней справляться. Про все ее минусы. Так, у нас механика ранили, да? Я надеюсь, механик успел призвать куклу, чтобы себя спасти. Если нет, тогда придется это делать нам. В принципе, сейчас попробую ее как-то ослепить. Так, давайте понесемся и ее как-то попробуем спасти. Хотя обычно, знаете, в начале, когда я начинаю снимать, постоянно вот такие у меня, скажем так, приступы героизма заканчиваются тем, что я сам оказываюсь в кресле, тот, кого я спасаю, нахрен сваливает к чертям. Давай, иди сюда. Давай, давай, давай. Твою мать, ты что, отвернулась от меня? Ты, мать. Иди сюда. А что она не слепится, слушайте? Ее ослепить вообще можно или нет? Подождите, я не пойму, она не слепится, ребят. Вы поняли? А, вот, теперь она слепится. А, она то ли далеко была, то ли просто не была развернута ко мне лицом. Ну или чем она там может быть ко мне развернута? Двоих положила, твою мать. Так, пока если она будет цеплять одного, мы, наверное, зацепим... другого. Так, давайте. Она, наверное, ту будет, да, стараться. О, сейчас мы ее освободим. Отлично. Блин, нарвался. Все, беги, 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 беги. Блин, не надо желательно как-то, чтобы поскорее вот это вот... паутина от меня слезла. Погиб механик. Только начали катку, и уже минус один тиммейт. Это нехорошо. Но зато плюс в копилочку нашей Виолетте. Твою мать, за мной далась, да? Окей, подруга, давай. Давай, 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 давай. Что такое, страшно тебе, да? Давай, давай. Ух ты, падла, иди сюда. Твою мать, черт. Долбаная вот это их плевок паутины. Так, стоп, 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 блин, я очень медленно, сейчас меня стопудово греет. Да, не получился у меня, короче, финт, ну ладно. Блин, честно, вот ненавижу делать обзоры на персонажей, когда играешь против таких имбовых персонажей, как Виолетта.
Во-первых, я никогда еще даже не ослеплял Виолетту, и сейчас вы сами видели, как-то это неумело получалось. Обычно тех, знаете, в лицо им там светишь куда-то наверх, а эту еще попробуй попади в ее рожу. Так, давай. Блин, а те бегают. Короче, я понял, у нас еще один механик, да, получается? На месте доктора я даже не знаю, рисковал бы я или нет, потому что у нас, скорее всего, кемпер, ребят. Твою мать, насколько ж имбовый все-таки персонаж. Я уже не могу дождаться, когда я ее себе приобрету. Я обязательно, ребят, сниму обзор на этого персонажа. Блин, это жесть какая-то. Слушайте, не дохрена ли ты паутины тут нахерначила, а? Слушайте, какой-то резвый у нас персонаж. О, бежи. Давай, вали. Ёб твою мать. Чё произошло? Знаете, это все в силу вот этой паутины, наверное. Давайте куда-нибудь я сейчас попытаюсь свалить, а потом уже, наверное, себя постараюсь как-то привести в чувство. Так, нас обоих посадили, да? Капец, а у нас еще до сих пор 4 геника не заведено. Ребят, мне вопрос, что делают другие тиммейты? Ну ладно, меня посадили, ладно, вот... Егор, да, который играет за доктора, он меня спасал. Что делал механик? Механик, мать твою. А, в принципе, с другой стороны, да, понимаю. Дело в том, что механики очень медленно чинят, если кто-то сидит на кресле. Так, меня, короче, в кокон превратили. Слушайте, смотрите, как я вылежу. У меня сердечко бьется такое окровавленное. Все, я помер, да? Обалдеть. Да, неприятно было. Итак, ребят, мы начали новую катку, и теперь со мной играет два моих подписчика. Сокол, который играет за форварда, и Егор, который играет за доктора. И с нами еще один какой-то тупорылый персонаж, у которого ник Веничек. Почему я так говорю? Да потому что он, во-первых, он появился хрен знает когда. Во-вторых, он ждал все минуты, пока, не начнется катка. Не чтобы нажать «Ready», он ждет чего-то, непонятно чего, ну ладно. Надеюсь, может быть, он в игре себя хорошо покажет. Или вообще, знаете, не отрицая того, что может вообще бот какой-то. Хотя, учитывая его ник, я сомневаюсь, что это бот. Так, пока я еще не знаю, против какого убийцы мы будем играть, но я надеюсь, что это будет не Виолетта. Хотелось бы, чтобы был, не знаю, или клоун, или все-таки бычара какой-то, не знаю. Кстати, ребят, я сейчас смотрю, очень многие играют за такого персонажа, как Лео. И вы знаете, довольно-таки неплохо играет. Вот что значит, когда ты просто нашарился. За каждого персонажа можно охрененно сыграть. Например, даже перед этим, когда я играл за маньяка, я играл за клоуна. И против меня играло два везунчика. И один из этих везунчиков, ребят, я вам передать не могу, он настолько везунчик. Я его еле, догнал, вот серьезно. Просто главное уметь играть. Так, я хочу проверить теперь шкафы и открыть все-таки сундуки. Потому что там что-то непонятное было написано. На 100% мы открываем, но вроде мы и так всегда на 100% открывали. Может, там какая-то отпечатка в переводе, я не знаю. Так, у нас уже два геника починено, да, это хорошо. Хорошее начало, это всегда хорошо, в принципе. Особенно, когда мы играем... О, вот они, ребят. Вот они. Герои сегодняшнего дня. О, понял. Не хочу даже проверять, кто там. Так, ну, форвард решил пойти в атаку. Форвард у нас крутой. С крутым ником Сокол, поэтому будет разносить, наверное. Я не знаю. Так, у нас осталось два генератора, да? Так, давайте я пойду, наверное, за Егором. Я думаю, он бежит прямо к шифровальной машинке, наверное. Или нет? Так, ну я там не вижу никакой шифровальной машинки. Так, ну в логово я не буду бежать, наверное, чтобы лишь бы только проверить, как открываются сундуки. Но мне кажется, сундуки, в принципе, это не то, что я имел в виду. Там имело в виду за, за эти шкафчики, или как оно там было написано, правильно? О, давайте сейчас здесь вот это я и открою. Так. Я даже не знаю, если честно, я даже не запомнил, оно быстрее все-таки это делает или все-таки нет. Так, я не буду брать книжечку.
Так, а потом, наверное, если получится, я побегу и проверю, как он залазит в шкафы. Ну, в принципе, как обычно, наверное. Просто я не могу растолковать последний вот третий навык. Вот серьезно. Так, значит, два, да? Так, ну как тебе удалось его сбить с ног? Вообще, кто против нас играет? Ну, походу, какой-то не сильный маньяк. Или это просто мы как-то так бегаем удачно просто. Переняли навык везунчика. Я промазал. Блин, а что значит на карту? Так, против нас, по-моему, Лео, да? Или клоун, или кто это? Мне показалось, или он вообще просто стоит? Я не понимаю. Надо пойти посмотреть, потому что мне это не нравится. Это не катка тогда будет, а черти шо. Так, я думаю, они один геник и без меня починят. А я пока месть пойду, все-таки ослеплю того придурка. Ну, я имею в виду не игрока, а персонажа, за которого он играет. Поэтому, если друг, что, не обижайтесь. Потому что слишком ровная игра, это всегда как-то странно. Так, а где мы его видели? Так, и сердце у меня не бьется. Блин, я не помню, где он, где-то в этой стороне был, правильно? Так, он где-то здесь. Так вот, по-моему, я его вижу, да? А что с тобой, чувак? На тебе по морде. Ну как, тебе понравилось, нет? На тебе еще. Слушайте, да я так сейчас себе очков набью. Воу. Это будет круто. Да. Блин, слушайте, я так сейчас просто-напросто себе понабиваю очков и все. Я не знаю, он в туалет отошел или что он сделал. Блин, знаете, я сейчас обалдею, если он реально ко мне сейчас как рванет. Да, бедный наш маньяк, бедный маньяк. Ладно, давайте еще раз, чисто по фану. Ладно, все, давайте уже валить отсюда. Короче, удачно у нас, ребят, получилась катка. Так, подождите, а куда мне надо бежать? А, все, по-моему, я вижу там ворота, да? Да, блин, ну, странная катка, блин, ну, капец. Именно запорол всю малину. Ну, и зато я спокойно проверил его умение. О, как раз я открою ворота, еще, в принципе, заработаю себе баллов, че бы нет. Знаете, я мог, можно было вообще еще там стоять, слепить. Вот, серьезно. Так, ну ничего, мы сейчас играем еще раз по-любому, потому что, блин, ну это не игра, согласитесь, да и пацаны тут ко мне как бы подтянулись в игру, и мы хотим выиграть, нормально причем выиграть, ну или проиграть, но хотя бы нормально поиграть, тем более не каждый день я играю, в принципе, с подписчиками. Так, ладно, ребята, я, короче, выхожу, я надеюсь, сейчас ребята тоже подтянутся, они увидят, что я спасся и спасутся тоже. Итак, ребята, появились мы на новой локации, и пацаны уже догадались, что я снимаю обзор про вора. Тут, знаете, как-то не мудрено, да, потому что уже как бы третий раз за него играю. А я этим персонажем обычно, в принципе, редко когда пользуюсь. Так. И чё стоим? О, против нас бычара, ребят. Ну, чё ты... А, стоп, почему я не чиню? О, все, пошло дело. Так, и у нас уже ранили доктора. Это будет большая потеря для нас. Ой, мать твою, это я. Так, я надеюсь, что сейчас форвард все-таки выручит нашего доктора, нашего игрока Егорку. И к нам, кстати, присоединилась Мэри 0696, которую я тоже пригласил в игру. Та ёперный балет! Короче, я просто отвлекся на этого бычару. Так, он идет ко мне или он идет, в принципе, куда-то? Так, давайте я, наверное, свалю лучше отсюда, а? Давайте я тут, наверное, где-нибудь присяду. Опасно. Ох, как опасно он только что прошел, да, ребят? Согласитесь. Слушайте, видели, у него какая-то синяя голова была? Такого скина я, кстати, еще не видел.
Я видел много скинов, но вот почему-то именно синего я еще даже не наблюдал. Так, форварда все-таки удалось спасти доктора. Блин, ребят, а если кто понял с этими 100% открываниями, то напишите мне комментарий, пожалуйста. Потому что иногда у меня бывают приступы тугодумства, и я не могу додуматься, что оно означает. Так, окей, один из генников починен есть. Так, теперь мне надо посмотреть, где он. За мной пошел? Нет. Опять доктора ранили. Так, сейчас посмотрим, что или форвард его снова спасет, сокол, да? Или все-таки мне придется бежать и слепить. Так, и ну у нас вроде не кемпер, ребят. Блин, ну это круто. Вот это респект чуваку, если он реально не кемперит. Вернулся. Ранил форварда. Все, я понял, ребят, я иду на помощь. А, нет, сбежали, да? Ладно. Тогда я продолжаю. Я надеюсь, что пацанам все-таки удастся свалить. Мы должны взять эту катку, ребят. Я думаю, мы должны взять эту катку. Не первый день все играем и, в принципе, знаем, что делать. Особенно с таким обилием персонажей, которые у нас сейчас. Ай, это я тупанул, сука. Так, стой, давай я тебя подлечу, стоп. Блин, не успею. Или успею. Оу! Вот это номер. Телепортация, ребят. У него телепортация. Да, вот это мы не ожидали, вот этого, конечно. Вот это подстава полная. Твою мать, а. Он сейчас, наверное, он за форвардом. У меня есть время пока месяц себя отхилить. Нет. Отвлеки его, чтоб... Блин, ладно. Так, удалось, все, валю. О, а чё я... А чё произошло? Он же меня сбросил, сбил. Я должен, по идее, сейчас бежать, правильно? Или я чё-то не знаю, или он меня сам сбросил? Блин, чувак, я себя сейчас, если отхилю, я постараюсь тебе, безусловно, помочь. Но это не точно. Блин, надо было не ползти, а сразу себя хилить. Кто же знал, что так получится? Блин, чуть-чуть не хватило. Давайте, спасайте форварда, пока меня несет. Быстрее. Давай, может я еще сорвусь? Нет, не успел. Чуть-чуть, совершенно чуть-чуть не хватило. Блин, ну ребята. Вы бы могли успеть. Вот серьезно. Доктора, блин, форварда надо спасать, он полезнее сейчас, нежели я, серьезно. Я-то всего лишь вор, а форвард это такой персонаж, который очень хорош в своем деле. Так, давайте я тоже тут перепрыгну и, наверное, тут где-то запрячусь. Я хочу спасти нашего... Так, по-моему, я сейчас сделал какую-то ошибку, нет? Блин, он кемперить начал, да? Блин, я... Извини, сокол, посмотри наверх, ты по... Ну, я по-любому не успею тебя спасти. Так, ребят, мы лишились одного тиммейта, к сожалению. Причем очень важного тиммейта. Форвард, знаете ли, на дороге не валяется. Это очень полезный персонаж. Я за него еще ни разу, кстати, не играл. Но в скором времени я постараюсь снять на него обзор. Так, ладно, где доктор? Мне надо, чтобы меня отхилили. Так, может, я сам себя отхилю? Если найду, конечно, чем. Так, два геника осталось завести. О! Хороший... Это как раз перк нашего форварда. Давайте я им его использую. В принципе, я уже показал, как фонарик работает, правильно? Да вы и сами прекрасно об этом знали. Так, доктора ранили где? Окей. Пока мисс его на стул очень... Понятно. Так, теперь буду учиться пользоваться этим мечом. Получается, я должен стать где-то перед самим маньяком, да? Так, а где тебя посадили? Вижу. Перед... Блин, твою мать, нехай. Ладно, я понял. А потом с разбегу прям в него врезаться, да? Интересно, а насколько у него идет этот стан, который происходит потом? Слушайте, они что там все в одном месте кучкуются? Разошелся наш бычара, то никого, и резко форварда, потом доктора.
Вот теперь еще и садовницу. Слушайте, а тут так, два еника надо. Слушайте, мне хотя бы лифт надо найти. Ой, лифт, люк. А я его, кстати, где-то видел, люк. Блин, он идет за мной, он, походу, выкупил. Да. Окей. Окей, 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 окей. Твою мать! Да, ребят. Хреново мы сыграли в этот раз. Хотя, блин, я надеялся, что мы выиграем эту катку, реально. Просто где-то произошла ошибка. Точнее, не ошибка. Переломный момент был тогда, когда он телепортнулся к нам. Не было бы того телепорта, мы бы взяли эту катку на изи. Но, как видите, в любой момент любой перк может просто взять свое и вот так вот все закончится четырьмя смертями выживших. Ладно, ребят, будем тогда на этом заканчивать. Сами видели, какой персонаж вор. Вывод. Ну, как вам? Мне нравится этот персонаж. Безусловно, нравится. Мне нравится его перк. Это довольно-таки неплохой перк. Тут, ну, говорить не о чем. Короче, ребят, я играть буду этим персонажем, наверное, так же само, наравне, как с адвокатом. Это, конечно, не форвард, это, конечно, не наша координаторша, но, блин, имеет место быть. Но вы были на канале Экспировид, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мою группу ВК, ссылочка будет в описании, ставьте лайки. Будет больше, будет лучше. Пока.